Да, у меня для тебя заготовлен сегодня целый ряд провокационных вопросов. Хорошо, я тебе не предупреждал, да, чтобы зрители не знали заранее. Все, внимание, первый раунд в октагон, давай посмотрим. Итак, хороший такой, знаете, джеб начинает Андрей Сколыш, попадает он по своему сопернику, вот хайкик от Ивана. Посмотрим. Пока ребята сейчас разъедут, ну, стандартно, все разъедутся, посмотрят. Да, с двойки начинает Ваня, неплохо. Вот хайкик, двойка, пока он работает первым номером, доминирует. Это тоже, кстати, учитывается, да, кто... Ну, непосредственно, потому что он уже парень с опытом. Да. Парень как бы уже прочувствовался, уже дрался, побеждал в некоторых турнирах, был призером чемпионатов мира, поэтому он же так, скажем так, в свои 17 лет он уже немножко обкатался. Он уже как рыба в море, и он не боится своего соперника, что тут уже делать. Тут нужно знать, может быть, слабые стороны своего соперника, ну, вот размашисто. Опять же, скажу тебе, что не боясь соперника, иногда, по опыту знаю, играет злую шутку. Кстати. Потому что когда ты расслаблен, когда у тебя такая легкая апатия к сопернику, ты нет опасности, тогда нет, и инстинкты не работают. Нужно все, какой-то должен чувствовать безопасность, да, включать инстинкты рабочие. Вот, кстати, про инстинкты, раз мы... Вот пока парни идут в размер, посмотрите, падает! Падает Андрей и сразу же накрывает его Ваня. Что же дальше в этом партере? Посмотрим. Сверху оказывается Андрей. Так уж получилось. Сейчас пытался пойти на болевой. Да, перспективное положение у Вани. Правильно он делает. Прижимает голову, выходит на рычаг руки. Пытается накинуть ноги. Ну, что же будет? Пытался, значит, стрелять. Пытается, да, работать, но... Андрей, Андрей необходимо уходить, да, отсюда уходить полностью. Зря он остался, была возможность уйти, встать столько. И накинул Ваня ноги, да, не очень сейчас хорошее, да, положение у Андрея, нужно ему зафиксировать эти ноги. Вот, наконец-таки, приносит результат, все, да, болевой прием есть. Зафиксировал он ногу, да, на первой минуте, 48 секунде первого раунда. Болевую на руку, победу в этом поединке одержал Железный Иван Кулак, железный парень.